За, конечно. Какие вам поправки более всего приемлемы? Которые помогают защищать Отечество. От кого? Мы находимся в оккупации, от американской оккупации. За то, что мы принимали референдум в 90-х против этого. Друзья, если вы видели, как проходит голосование, то вот оно. Во дворах, в тележках, от пятерочки. И вот избирательный участок. 1133. Да. Спасибо, ваш голос учтен. Благодарим вас за участие в голосовании по принятию поправок в Конституцию.